Открытое первенство города Хасавюрт по вольной борьбе прошло в спортивном комплексе имени Гамида Гамидова. Приуроченное ко дню Конституции Российской Федерации среди юношей в 10 весовых категориях. В турнире приняли участие спортсмены команд Астрахани, Махачкалы, Грозного, Кизляра и других городов Северно-Кавказского федерального округа. В общем итоге в турнире приняли участие около 300 спортсменов. Победители, призеры и участники соревнования будут поощрены соответствующими наградами. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».